Всем привет! У нас вышло обновление Мороженщик 4, версия 1.1. Давайте играть. Так, выбираем легко, потому что они добавили такой прикол. Смотрите, во-первых, у нас надпись сверху, а не посередине. Так, опять у меня этот джойстик большой. Этот первый прикол связан с роботом. Смотрите, должны ему попасться, давайте сделаю... Ах, смотрите, пауза легко написана, то есть написана сложность еще теперь. Это круто. Все, он нас поймал. Нажимаем. Видите, от него идет пар, такой испарение, типа у него бой системы. Механизма. Давайте его в клетку засунем как-нибудь. О, так у него голова. О, я с ним закрылся и вытолкал. Так, ого, ему эти, этого решетку ему прям голову проткнуло. Так, мороженщик, ты меня не достанешь, не догонишь, ничего не сделаешь. Давайте искать трофей сначала, потому что они в музее тоже добавили один прикол. Так, и ты еще, да, у нас? А, ты сам сломался, вот, видите, пар идет. Это они прикольно придумали. Видимо, глобальных обновлений не будет. А вот таких небольших, где исправляют баги или добавляют такие фишки крутые, это не будут добавлять. А вот обновление, как монахини Назарата добавили, например, такого не будет. Так, смотрим на сцену, потому что, может быть, что-то изменено. Happens, да нет, все так же. Так, мороженого нет. Но сегодня проходить не будем, я думаю. Зачем тратить время? На пустую, если мы проходили там. Так, видите, Е, это сектор Е. Сектор Е. Сектор С, сектор Б и сектор А. То есть теперь у нас есть сектора такие. Так, ого, новое число 0. Смотрите, 0 типа А, потом идет Б, так легче. Тут нет ничего. За Джозефом тоже нет. Так, 4. С сектор. 3. 0, 4, 3. О, сломался. Так, и тут сектор. И еще тут. Вот, сектор F. Да, тут много секторов, короче. Я не понимаю, это пятая часть или либо откроют эту штуку, вот эту, и мы сможем туда пройти, в эту комнату секретную. Либо же в обновлениях, но вряд ли глобальные будут. Они писали, что не будет обновлений. Все равно и вышло. Так, 0, 4, 3, и последнее число будет вон там вот. Рядом с макетом Джозефа. Так, сломался. Давай еще возьмем тебе эту пропуск и бросим его, чтобы ты его лишился. Так, тебя тоже сломаем его. Вот, 0. 0, 4, 3, 0. Да, какие-то много нулей стало почему-то. Ой. Ох ты, смотрите, панель уже белая. Так, 0, 4, 3, 0. Вон она, изи просто. Электропушка. Интересно, где устранить роботов? Они будут искриться? Интересно, а Борис вообще искрится? Давайте это в следующем видео проверим. Ну, не искрится, а пар от него будет идти. Давай сначала на тебя проверим. Драк без сознания. Через 60 секунд проснется. Так. Нет, пар не идет. Хотя странно, могли бы сделать так. Это было бы очень прикольно.
Так, давайте Бориса еще устраним. Ой-ой-ой, какой ты быстрый. Жесть, если бы Борис ходил, а не просто так тупо стоял. Ух ты, смотрите, какое оформление новое. Да, кстати, индикаторы и лампочки из главного меню, там, типа, как это, громкость сигнализации, типа. Старый ключ. Давайте еще посмотрим на конечную сцену. Давайте устраним. Так, он меня и поймал. Так, у нас последняя жизнь. Надеюсь, у меня выпадет концовка с розовой комнатой, потому что она более такая прикольная, чем с холодильником. Она какая-то простая, маленькая очень. Так, закрыто на ключ. Нам нужна ручка, я узнала это недавно совсем. Вот. Так, он очень долго открывает. Очень долго. Давай-ка тебе попадемся. Ох ты, ё-моё. Идемте Борису попадемся последний раз. Так, это я бомбочку зачем-то оставил. Хотя нет, давайте Роду попадемся, потому что Борис сегодня какой-то прям популярный. А вот Род нет в этом видео. Ни разу ему не ловились. Все, смотрим конечную сцену. Так, да, розовая комната. Что-нибудь изменили вообще? Прикол эти, да. Да нет, все как обычно. Странно. Да нет, не странно, все как обычно. Может здесь? Так, Рот получил то, что хотел, уточнил вас зал развлечения. Вы и ваши друзья еще долго будете заперты на фабрике, найдется ли среди вас тот, кто осмелится вновь бросить ему вызов. Да нет, то же самое, в принципе. Версия 1.1. Не очень большое, но не очень и маленькое прям. Такое средненькое обновление, могу сказать. Армелцы Киплерианс. Утопси, оказывается, почему он первый заснял это обновление, ему разработчики дали ранний доступ. Ладно, давайте на этом видео закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. С вами был GamesPro. Всем пока.